Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Привет, Евгений. Давайте будем начинать. Вспоминать, на чем мы там закончили. Мне тут, кстати, в комментариях написали такую штуку. Ну, в общем, напомнили, что вот нам дали Элио, да, наемника. Местного жителя, который с нами ходит, но который у нас ножом бегает, как берсерк. Вот, но что если его уволить или если он погибнет, то после него дадут хамуза. И вот хамуз это единственный местный житель, который имеет какой-то неплохой показатель стрельбы, но в общем такой адекватный. Поэтому, возможно, нам стоит, я не знаю, уволить этого товарища. Ну, посмотрим, короче говоря, сейчас подумаем, секунду. Здесь мы закончили, да, третий день. Наши роскошные апартаменты на острове Метавира, которые мы уже частично начали осваивать, обживать, можно сказать, освобождать от супостатов всех мастей. В общем, будем продолжать делать это благородное дело. Ну, конечно, за скромное вознаграждение. Все-таки мы представляем собой наемник, да, который при этом
сеют вечное, доброе, разумное. В общем, это про нас. Так, ну что, сейчас давайте секундная, 10-секундная пауза и начинаем. Привет, Кирилл, приятного просмотра. Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в игру Jagged Alliance. Продолжаем наше прохождение. Закончился у нас третий день. Прописали нас на острове по полной программе. Не сказать, чтобы половина отряда ранена, но в общем... В общем, что у нас происходит? Спек, Фидель, Элио чувствуют себя очень так себе. Да, поэтому сейчас будем думать. Плюс у нас есть... вопрос, но у меня он есть, а значит и у вас тоже, правильно? Как там Элрой провел день, что у него с починкой, правильно я помню, как работает процесс ремонта снаряжения. Я думаю, что все будет хорошо, но сейчас мы все увидим. Привет, Валентин, поэтому давайте будем отходить ко сну, на боковую, что называется, и, засучив рукава, продолжать освобождать остров. День четвертый. Текущие финансы $6,080. И я не хочу вмешиваться в ваши планы, но моя новая лаборатория находится в секторе 28, и я слишком долго не занималась своими исследованиями. Бренда, ты еще долго не будешь ими заниматься. Есть такое чувство. Привет, Дементор. Спасибо большое. Приятного просмотра. Если вам удастся обеспечить доступ к ней, я буду вам очень благодарна. Сектор 28. Ага, вот они, восьмерки, да, вот этот. Я вообще-то хотел бы вот это вот зачистить, пока вот, вот это вот забрать, сектор 28. То есть, смотрите, если мы сюда вклинимся... Ну, хотя, а что, вот отсюда нападать не будут, да, тут морская... Есть, скажем так, вода будет лучшим оборонительным редутом между нами и соседним сектором. То есть, я так понимаю, что они нападают только с земли, то есть только отсюда. Если Бренда просит, ну можно, наверное, пойти ей навстречу, как вы считаете? Вот, а потом уже мы продолжим зачищать вот эти, видимо, сектора. Вот, поэтому будем двигаться таким образом. Теперь. Нам бы нужно подлечить Фиделя, нам нужно подлечить Элио. Бет оставляем в качестве медика. Привет, Джим Рейнер. Спасибо за пожелание, приятного просмотра. Да, поэтому мы их оставляем. И у нас что будет? Какая у нас команда-то вырисовывается? Иван, Айс, Змей и Спек, который открывает замки. Да, он немножко тоже не в форме, но ничего. Он не будет лезть куда-то вперед. Вчетвером пойдем. Ну, я думаю, адекватно. Да. Так, смотрим на нашего ремонтника. Ремонтных дел мастер. Ну, слушайте, он починил... Два кольта он починил. Не знаю, зачем я Смит энд Вессон чинил, ну ладно. А вот, гранаты. Начал чинить гранату, она была в хлам ушатана, да? Можно шлем починить еще. Что у нас вообще нуждается в ремонте? Здесь вроде все хорошо, плюс-минус. Клей, кстати, можно использовать на бронежилет. Давайте это будем делать, не будем прям... А как это делать? Это совершенно точно на бронежилет намазывается. Состав 17. Может, надо в руку его взять? Нет. Иван? Может быть, это должен делать человек... С механикой. Какой-нибудь спек, не знаю. По-моему, просто ты брал тюбик и. Нет, а как? Шлем тоже он не захотел.
Что-то я не знаю, не помню. Ладно. Не будем сейчас зависать на этом надолго, слишком уж. Еще одна граната. Гранату бы надо использовать, да, раз я их с собой таскаю. Соответственно, надо это делать. Так, окей. Иван, значит, у нас отвечает за... руководство предстоящей боевой операции. Можно, кстати, дамазать эту штуку. Так, ты у нас лечишься. Правильно, правильно. А береты у нас еще есть? Мне кажется, нет. Ну, в нормальном состоянии, пока не ремонтируем. Это убираем. Это убираем, патроны. Это убираем. Так, Фидель будет. Я просто думаю еще, что нам надо починить шапку, что ли, отдать. Вот так как-то. Ну, предположим. Так, ты будешь лечиться. Хорошо. Ты в бой. Ты в бой. Тебе, видимо, мы даем уже... видимо, даем уже... вот такое вот оружие, правильно? Что у нас по патронам? Патронов не очень много, но они есть. Есть гранаты. Уже, я думаю, можно это с собой брать. Так, спек, ты у нас тоже идешь с нами. Бет лечит. Бет лечит, кстати говоря, аптечка. Аптечку нужно кому-то дать. А есть у кого-то медицина хоть какая-то? У спека 11. 0, 0, Иван, 5. Спек, ты у нас еще и медбрат. Извини, приятель, но так получается. Давай мы тебе жилет дадим. Классный. На 5 карманов. Вот такой. Так, теперь ты. То есть нам, по идее, подставляться там нельзя. Под ранение, под вот это вот все. Ты у нас будешь лечить. Интересно, а если мы ей дадим белую аптечку, она будет лучше лечить или что? Я, признаться, не знаю. Ну, давайте пусть будет белая. Ты у нас продолжаешь все ремонтировать. Ну, вроде как все, да? Значит, что у нас? Этот ремонт. Доктор. Пациент. Пациент. И 4 человека отправляются на задание. Да, пока долго я тут соображал, но ничего, я думаю, дальше будет быстрее. Все это у нас проходить, окей. Ну вот только вопрос, лезть ли сюда, может быть, что-то вот тут будет попроще. Забрать, скажем, вот эти сектора. Нам нужна, я думаю, вот так вот охрана. Вот так деревья добавляем 8000, чтобы у нас было. И еще один сектор наполняем тоже охранниками. Ну, это такой резерв, да? Может, еще один наполнить? Давайте человечка 4. Как-то так. Может быть, я перестраховываюсь, но довольно активно они штурмовали наш сектор, поэтому... поэтому как-то так. В общем, сюда идем уже, я думаю, с Фиделем. Нам важно в течение этого дня никого не потерять. Будем двигаться как-то вот. Хотя, может быть, вот сюда, тут деревьев много. Просто лаборатория, там будут здания, там будет, я думаю, достаточно сильная охрана. Поэтому отправляемся сначала вот сюда. За работу, друзья мои. Поехали. Как говорится, побольше бодрости. Ключ валяется. Ну, при наличии спека нам вообще никакие ключи не нужны, правильно? Правильно. Идем куда? Сначала наверх, там деревьев много. Ну, вероятно, да.
Хотя, может быть, вот тут будет попроще, а может нет, кто его знает. Тут как-то попроще, мне кажется, в этот сектор заходить. Смотрите на растительность, которая тут есть. Тут не очень много вообще деревьев. Да, много свободных пространств. Тут тоже вообще-то. Куда? Ну, давайте сначала направо. Ага, так, стоять направо. А направо еще зайди туда. Сюда нужно плыть. Озеро, да, здесь? Может вот так пройти? Да, давайте вверх. Сначала вверх. Хорошо, хорошо. Фляга у нас тут, да, две фляги. Мне очень любопытно, у нас Бет сможет полностью поставить на ноги Элио и Фиделя. Если я именно уволю Элио, придет ли Хамус, предложит мне, или он должен именно доблестно пасть в бою? Так, запишемся. Не будем строить из себя прям совсем супер крутых ребят. Они, конечно, крутые, но пока... Ну, пока не супер. Ну, так, относительно. Так, давайте. Ага, тут тоже домики. Слушайте, я что-то думал, что тут нет никаких домиков. Почему-то, не знаю почему. Не спрашивайте меня почему, почему-то думал. Через окна можно стрелять. Я не помню, мы этого момента касались с вами или нет. В общем, можно. Ой-ой-ой, Спайком куда пошел? Он же не дойдет, он же... Он же молодец. Какой же он молодец, да? Застыл в полупозиции и стоит. Просто красавчик, ничего не скажешь. Да, ну вот это моя любовь ходить кучей, она может мне в какой-то момент сослужить очень дурную службу. Когда в меня прилетит граната. А я бы не стал сбрасывать со счетов подобную вероятность. Вероятность подобного исхода событий, да? В общем, будем осматривать дома, начнем с этого, пока все тихо. Это ни о чем не говорит. Одномоментно может стать очень громко. Вижу чувака, завалить его будет легко. Спайк у нас мастер художественных выстрелов. Бам! В куст попал, да, красава? Просто красава. Как же он хорош, а? Ну, он пытался. Он реально пытался. Йоу, what's up?
Йоу. Да? Хорошо. Так, имеет ли смысл нам здесь еще немножко потусить? Хорошо, хорошо. Ну, в смысле, мы тут пошумели, да, вероятность того, что могут сейчас ребята понабежать, определенно присутствует. Давайте попробуем еще немного здесь посидеть. Потому что если нас слышали, если мы шумели достаточно громко и достаточно убедительны были, вот, то мы должны были стригерить врагов, чтобы они к нам приблизились. Ага. Вижу, тебя он не видит, да? Ну что, все? Больше к нам никто не хочет идти? Ладно, тогда начинаем осматривать дома. Как говорится, и во всем этом прикрывает нас змей. Змей, ты слышишь? Во всем этом нас прикрываешь. А чё ты так тут криво хочешь обойти? Не по прямой, а как-то... Видит Ротозея, да? Ох, Ротозей. Вдалеке Ротозей, ничего не скажешь. Мы можем, собственно, сместиться вот сюда. Раз Ротозей хочет подойти с той стороны, кто мы такие, чтобы ему мешать? Ух ты ж, ёжик! Ему здесь спрятаться негде. То есть, если мы уходим за угол, то он будет вынужден просто идти к нам, правильно? 9, останется сколько? 15. Хорошо, хорошо. Хорош. Иван просто, конечно, хорошо. Бахает, как не в себя. И в себя, и в того парня. Привет, Алексей, Андрей. Добрый день. Приятного просмотра. Иван слышит слабый шаг. Да что вы говорите? Да? Хорошо, хорошо. Иван сегодня решил, что хорошо. Он ответственный по ликвидации супостатов. Это, короче, тоже бронежилет, более серьезный, чем сейчас на Иване. Привет, Тимофей. Что, будем домики-то осматривать? Хорошо. Вероятно. Йоу. Вероятно, да. Насколько мы уже выманили всех ротозеев, чуваков
и прочих неприятелей. Угу, небольшой склад. Да? Хорошо, хорошо. Йоу. Тку. What's up? Ага. Вообще, пока в этом секторе все складывается, конечно, очень удачно для нас. Ну, очень. Спэк, да ты просто хорошо, хорошо. Монстр. Хорошо, хорошо. Йоу. Ску. Да? Хорошо. Но это еще не все, еще не конец. Хорошо, я хорошо. Вижу что-то. Канистра с бензином. Не помню для чего. Возможно, хорошо, какие-то хорошо. Взрывчатые истории. Да, какая-то, не знаю, какие-то. Ну, коктейли Молотова, по-моему, здесь есть, но это сразу идет как бутылка. Можно ли это делать? Вроде да. Как тоже у меня такие очень сумбурные воспоминания на этот счет. Ну, разберемся. Какой же спек медленный. Это капец. А еще знаете, на что я хотел обратить внимание? Здоровье у него 61. Будет ли он лечиться сам по себе, если его не будут дальше подстреливать? По-моему, должен. Тихо-тихо, спек. Я, конечно, понял, что ты возомнил себя киллером уже после того, как ты попал в чувака с 5 метров, но нет. Что-то интересное, ведь ломик, да? То есть есть такие ящики, которые... Не так просто вскрыть. Эта зона свободна от врагов, приятель. Хорош! Просто красавцы. Просто красавцы. Может, попробуем вообще без сохранения играть? Я думаю, ну вот там в начале дня построились, у гранит сектора сохранились. Ну, так же интереснее реально, да? Давайте будем пытаться, по крайней... Ну, попробуем, что из этого выйдет. Ну, этот сектор мы взяли прям... С наскока. Вообще без проблем. А теперь что? А теперь самое приятное и вкусное. Враги рядом, ага. Поняли, да, что произошло? К нам вторглись. Вторглись либо с востока, либо с севера. Угу. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Пардон? Откуда именно? Можно ли как-то это понять? Видимо, нельзя. Ну, здесь вода, здесь наш сектор, правильно? Сюда еще наши ребята сейчас придут, ну, через какое-то время. Охранники.
возможно, кого-то подсветят. Не то чтобы прям я сильно рассчитывал на их помощь, но, знаете, человек с пистолетом во время подобного развития событий, он никогда не будет лишним, если он за тебя, конечно. Если против, то соответственно. Просто нам надо держать сейчас несколько направлений, да, пока мы не понимаем, откуда они идут. Пэка просто уведем, я думаю, в дом. А то пострадает еще ненароком. А нам потом разбирайся с этим. Враг занимает сектор 29. Угу. То есть эти... извините. То есть эти из него уже типа ушли, а эти еще не пришли, да? Ага, окей. Ладно. Я вижу противника. Ага, все понятно, откуда они идут. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Они идут с востока. Плох. А чё это он уже плох? Только пришел уже плох. Хорош, Иван. Так. Ну вот, прибыло 8 охранников в 29-й сектор. И просто вынесло троих супостатов. Хорош. Вот это пацаны. Так, и здесь, да, наши теперь? Угу. Угу. Здесь пока никого нет, хорошо. Ранник видит врага, сейчас тут будут перестреливаться. Пришли тут дармоеды в синих манишках. Ну, тут враги тоже, да, что надо. Ага, еще один. Еще один идет, хорошо. Возможно, из окна мы сможем до врага дотянуться. Нифига себе, олдскулы свело. Понимаю, такое действие обычно эта игра и производит. Хорошо, хорошо. Угу, так. Охранник, у тебя идеальная позиция. Так, ладно. Еще один охранник показал своему горе-напарнику, как нужно делать подобные дела. Он не видит, да, никого? Иван тоже в полупозиции, стреляет через дерево. Так себе история. Но я думаю, сейчас и охранники тут, да, помогут справиться с этой историей. Угу. Хорош. Слушай, ничего себе, у нас охрана какая бодрая. Эта местность должна быть сейчас безопасна. Ну что за нищеброды-то приходили, ёлы-палы, ну, даже как-то неловко с вами, ребят. Единственное, что, как я уже сказал, не буду я обузить сохранение в боёвках, да, но вот если там кто-то по моей неопытности подрывается или еще что-то, все-таки, наверное, вот в этом плане я буду
откатывать сохранение. Штука небезопасна, ну вот, видите. Но он хоть предупредил, хорошо. Спасибо, что сразу не рвануло, это так называется. Канистра. Похоже, внутри канистры осталось немного бензина. Отлично. Банка масла. Зачем нужна? Вопрос. Не помню. Может ли быть что-то в таких столах? По-моему, не может, но опять же. Не факт, что мои воспоминания вообще меня не подводят. Я мог тогда, когда я играл в Jagged Alliance, и не знать многого, поэтому... Жилет Спектра. Последнее слово в технологии остановки пули. Однонаправленные волокна жилета Спектра способны выдержать выстрелы самых мощных пистолетов, смягчать удар от пуль большинства винтовок и надежно защищать от шрапнели. Угу. Так, змеи у тебя, по-моему, не было, да, ничего? Не знаю, вот эти вот собирать. Прям я не уверен. Хорошо, хорошо. Одна пачка. Ну, могли бы хорошо, и парочку дать. Гвоздодер. Да, ребятушки. Даже не знаю, как прокомментировать такие находки. Ну ничего, скоро патроны для кольта вообще уже будут обыденностью, да? $800. Ну, Спек опять себя неловко чувствует. Видимо, жмет ему что-то из снаряжения. Empty. Плохо, что empty. Ну что, есть ли ящики? Осталось ответить на такой вопрос. Именно в секторе. Ладно, по патронам кольта у нас все в порядке. С беретой, да, есть некоторые вопросики, но... Что поделаешь. Хорошо, хорошо. Давайте опять же на предмет ящиков осмотримся. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, здесь никаких ящиков нет. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вижу что-то. Я не могу это открыть. Если у Ивана силы не хватает, это о многом говорит. Ну, сейчас мы гвоздодером поднажмем. По всей видимости, ящики остались только у Ивана. Что это? Берета еще одна.
Неплохо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Че, ящики будут? Я стесняюсь спросить, нет? Ну, видимо, нет. Вот так, да? Я пытался просто вспомнить, как выглядит вот эта вот схема, где нужно плыть, да? То есть не шаги, а вот эти всплески. То есть тут мы форсируем вброд, и это правильно, как подсказали в прошлый раз. Там, где нужно плыть, это не очень хорошо, поскольку портится оружие. Так, пробуем вот эту вот унести или не пробуем? Ну, пробуем, я думаю. Я вот так вспоминаю, как я играл, и у меня что-то нет особого воспоминаний, что мне требовалось много взрывчатки, что я много это дело обусил, да вроде нет. Но, возможно, в этот раз все изменится. Еще, кстати, мне написали комментарий, не помню, делился или нет, на тему какую? На тему того, что, помните, я сказал, что Спек — это идеальный взломщик, что у него механика 99. А мне написали, что на взлом, помимо механики, да, еще влияет ловкость, показатель ловкости. На самом деле у Спека она неплохая, 77. Вот, но мнение в комментарии было высказано, что идеальный взломщик здесь — это маг. Ну, есть мейдж, или как он там, или мейджик, я не помню, как его зовут. В общем, такой смуглый паренек. Да, вот такие вот вещи. Потому что я просто не помню, может вот динамит взорваться просто так, или он предупредит всегда, или как это работает. Ну, теперь буду знать, что может, в следующий раз лезть не буду. О боже, у меня сильное кровотечение, не могу пошевелиться. Да, чел, не то что сильное кровотечение. В общем, без Фиделя такие штуки мы не трогаем. Так. Хорошо, что мы делаем? Концептуально. Идем вот сюда, если получится еще и сюда. Три сектора зачистить таким усеченным коллективом. Единственное, что меня смущает в этом моменте, да, в усеченном коллективе, ну то, что мы унести ни черта не можем. Да. Ребята почти под завязку. Тут один карман свободен, но у Спека еще три. То есть четыре, какие-то еще четыре предмета мы возьмем. Возможно, что-то сложим одно в другое, да, там патроны где-то могут поместиться. Ну, в общем, будем посмотреть. Ну и я, опять же, не знаю по времени, то есть именно внутриигровому. Есть ощущение, что еще два-то сектора не факт, что мы вообще успеем зачистить. Давайте восстановим выносливость, полоску выносливости. Вот для этого фляги нужны, чтобы вот так время не пропускать. Так, стоять, кстати говоря. Где лучше вторгаться? Надо понять. Может быть, я и не там встал. Ну, вот тут поближе к деревьям, думаю. Да, тут мы выйдем, что, в голое поле. Будем как на ладони. Расстреливайте нас, не хочу. А я знаю, они будут хотеть. Здесь враги должны быть. Может, здесь бродят, опять же. В общем, мы держимся поближе вот к этим зарослям. Сразу неплохо посмотреть, как именно они в них готовы перемещаться. А сюда вообще нельзя попасть. Угу. Йоу.
Cool. Не есть хорошо. What's up? Хорошо, хорошо. What's up? Pardon me? Certainly. What's up? Ага. Да? Ах ты ж, надо было лучше целиться, пожадничал. Не, все равно не помогает. Айс отомстил за себя. Записка. Давайте, кстати, подлатаем, что ли. Айса там совсем немножко, у него хп не хватает, но спек получится. Ян тому делу медицинскому. Перевязан. Отлично. 2% аптечки всего лишь потрачено. В целом неплохо. Тихоню давайте спрячем в зарослях жимолости. Вот из таких мест, конечно, врагов выбивать, куда подход с одной стороны. А, спек перекрыл выход, ёлы-палы. Возможно, гранаты тут должны пригодиться, но опять же, гранаты. Попадешь в куст, рядом с собой рванет все. Ну, в общем, рванет все. Не буду говорить к чему, к кому, но хорошего будет мало. Да, змей, ты у нас просто мастер выбора троп в деле стратегического наступления. Надо проверять вот этот участок. Кстати, отсюда вторгались. Отсюда же вторгались, да? Значит, здесь и народу может быть прям совсем хорошо, немного. Хорошо. Я вижу противника. Хорошо, хорошо. Иван с камуфляжем. Йоу. Да, по идее, его не должны замечать. Ах ты! Бронежилет! Видали? Видали? Прошел выстрел, а урону нет. Так, надо Иваном отойти, я думаю. Я вижу противника. Ага. Хорошо, хорошо. С другой стороны прет. Хорошо, хорошо. Йоу. Кул. What's up? Ага. Правильно чувствуешь, спек, иди-ка вот сюда. Тут вряд ли я кто вообще найдет и заметит.
а? Хорошо, хорошо. Йоу. See a dude here. Хорош, Айс, просто хорош. Нельзя было промахиваться. $30 наличными. Ну, можно складывать. Хорошо. Так, ну что, разворачиваемся, да? Мы точно знаем, где есть еще один. Хорошо, хорошо. Ну, по крайней мере, направление, которое мы должны держать. Йоу. Да, бронежилет, конечно, тоже такой выпал из врага. Это прям отличная история для нас. Пока у наших противников слабое оружие. Хорошо, хорошо. Он будет хорошо защищать. Плохо бахают, ребятки. Еще кто-то есть? Да. Судя хорошо, по тому, хорошо. Как долго таймер вот этот вот тратится. Ага. На ход оппонентов. Да, такое ощущение, что один ходит. Мы это видим, и еще что-то происходит. Дайте патроны от берета, ребятушки. Да? Хорошо, хорошо. Черт. Вам не сложно, мне приятно. Хорошо, хорошо. Преследуем супостата. Представляете, сейчас на спека спецназовец какой-нибудь из кустов вылезет. С гранатометом, а там спек с отмычками сидит. Не знаю, что он тогда будет делать. Да. Ну, бояться, наверное, что он еще может делать. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Слушай, ну по идее это последний. О-о-о. Суровый у нас тут оппонент. Да, если в начале дня Иван божил, то потом спек начал. Ой, спек, господи. Оговорочки по Фрейду. Потом Айс начал. Хорошо, хорошо. Добрый день, Евгений. Там вот валялась аптечка. Сходи, что ли? Сходи, что ли, посмотри, чё к чему.
Тут, по идее, что-то есть, ящик или еще что-то, но мне кажется, тут к фигам все заминировано, да, потому что вот эти воронки в земле как бы недвусмысленно намекают. Не знаю, кто это, но лайк за Ивана. Привет, Даша. Спасибо большое. Ничего себе здесь ящиков. Хорошо, хорошо. Так, есть, кстати, записка. Давайте тоже посмотрим. Может быть, западня, Иван. А как ты хотел? Ты приехал, значит, на остров, где куча вооруженных людей. Тут везде может быть западня. В правда. Замените SF утром дня перед поставкой. Что-то у нас было про поставку, да, или не было? В общем, короче, понятно, что это Лукас Сантино, это мы уже поняли. LS, ну что тут кто хочет? О, тихо, тихо. Иван, что творишь-то? О, хорошо, хорошо. Еще один броник. Так, ну пусть так его на себя напялит. Кстати, а он может быть заминирован, да? Может, но не в этот раз. Кстати, его надо отремонтировать. Кевларовая история. Прям склад настоящий. Я не могу это открыть. Не можешь, да? А так? А так можешь. Это мы не будем открывать. Это мы уже проходили. Спасибо, не надо. И это тоже мы не будем забирать. Благодарю покорно. Что-то подобное мы уже видели. Так, вопрос. Идти ли нам в сектор, который расположен ниже? Просто время уже сколько? 4:45. А как выключить его? Вот так, наверное, да? Я к тому, успеем ли мы? Третий сектор-то бахнуть. По идее должны, но просто что происходит, если времени не хватает, я не знаю. А здесь что вывалилось? Ключ. Спек, давай не будем смешить народ. Айсу дадим. Побольше же, да, куртка даже в таком состоянии защиты дает. Ну, конечно, да, значительно больше. Это спеку. А птичку можно и выкинуть, да, эти вместе сложить. То есть есть еще пару. Пару мест. Можно и канистру оставить, не знаю же я, зачем она. Поэтому... Ладно, давайте попробуем забрать третий сектор. Почему бы и нет? Не уверен я, что мы прям в идеальном месте пытаемся вторгнуться, но... А, тут домик. Не, нормально. Домик, а еще что есть? Ой, не то. А, здоровый дом. Угу.
Тут, если не укладываешься во время, мне кажется, знаете, что происходит? Хорошо, хорошо. Ну, типа на автомате такой автобой рассчитывает, кто тут кого подстрелил, кто тут победил. То есть вообще в идеале, конечно, во время-то уложиться. Забрать, полутать можно будет и завтра. Окон нету. Вот мы идем. Иначе мы бы подсвечивали то, что происходит в доме. Видимо, мы крадемся вдоль стены. Хорошо, хорошо. О. Сейчас бы нам кто не объяснил, что зря мы вот так встали у окошек. Без мувпоинтов. С тревогой я поглядываю на полоску времени. Который был у чувака в севере. В севере, в секторе к северу отсюда, видимо, от этого здания. Я подозреваю, что так. Хорошо, хорошо. Но у нас с собой есть ключ ходящий. Универсальный. Универсальная отмычка. Эту ситуацию можно, знаете, каким словом описать ёмким? Вечерело. Практически смеркалось. Сейчас из кустов, представляете, по нам бам-бам. Ну такие, ну нет, ну мы не специально. Не стреляйте в нас. Угу. Угу. Кто бы мог подумать, да, что заперто будет. Спек, ничего не бойся, присоединяйся к нам. Уйди с улицы. День подходит к концу. Нужно благополучно вернуться обратно. Да-да, это то, о чем я говорил. Видимо, не стоило сюда лезть. Ладно. Еще есть немножко времени. Cool.
Ку. Вот стенка, что ли? Ку. Да. Парни? Сырный. Да. Йоу. Да. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Как-то очень странно, да, выглядит, как будто обрезан кусок крыш. Смущает немножко, потому что мы ни одного врага вообще не нашли. А они тут как бы есть. Кстати, чем дальше, тем больше вам не крепнет ощущение, что они не в доме. Да, ощущение не подвело. И где они? При таких раскладах. А, понял. Понял, принял. Где-то здесь. Где-то рядышком. Да, день-то прям заканчивается. Слушайте. Да ёперный театр. Эй, ты куда? Айс, как ты не попал вот сейчас? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Да? Хорошо, хорошо. Я вижу противника. Минус два, еще одна увидим, черт и где. Да, это последний. Нет, нифига, это не последний. Это глушитель, это патрон от береты. Да. Хорошо, хорошо. Обнаружен враг. Ёлки-палки, как у нас Айс стоит плохо. Ну как у нас Иван стреляет хорошо.
Ух ты, ёлы-палы, еще один. Как говорится, алы верды. Хорошо, хорошо. Йоу, тку. What's up? Ага. Ага. Йоу. Пойми? Certainly. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Йоу. Да? Йоу. Тку. Мада. Обнаружен враг. Да? Йоу. И день заканчивается. И что тут происходит в этот момент? Нам надо было это узнать. Иван, отходя, получает ранение. Айс, подходя, получает ранение. Все получают ранение, отходя. Там один пацан оставался. Один. А, надеюсь, что Лукас просидит весь день, подсчитывая потери. И... Спэк повышает свой уровень. Да, это было ошибочное решение. Но мы лечимся. Значит, мы лечимся. Хотя, наверное, знаете, что мы делаем следующим днем? У нас Фидель поправился, Элио есть. У нас, в принципе, Иван, ну не так, чтобы прям сильно плох. Мы бет оставляем лечить Айса и Змеи. Берем Ивана, Фиделя и Элио и добиваем вот этот сектор. Откуда мы отходили? Ладно, опыт, сын, ошибок трудных. Ложимся дрыхать. А прикиньте, это реально был, наверное, последний пацан. В данный момент мы можем перерабатывать сок еще 4 деревьев. Нам нужно расширять перерабатывающие мощности. Ну, мы вышли, по крайней мере, в плюс, да? Было минус 60 долларов, я так понимаю. Сейчас будет уже в плюс, хотя мы сейчас добавим еще охранников, видимо, нам надо вот сюда. Правильно? Ну, надо, да. Так, теперь смотрим на команду. Да, вторглись в сектор, ничего не скажешь. Здесь продолжаешь лечить, бед. Доктор. Пациент. 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 В общем, Иван и Фидель взвалят на свои плечи всю эту историю. Так, теперь ты, что ты тут нам наремонтировал? Ну, одну шапку. Одну шапку. Фидель, тебе, у тебя будет хорошая шапка. Так, Айс. Слушайте, курточку я бы починил, на самом деле. Граната Ивану. Гранаты, кстати, ничего так зашли, да? Как-то так.
Думаю, что нам хватит патронов. Так, Фидель, вот это вот ты брось. Слушайте, а еще мне, знаете, что интересно? Еще мне интересно... Еще мне интересно, будет ли там лут, который выпал, валяться или нет. Там просто патроны от береты были. Их у нас прям мало. Может, Элроя со спеком ротировать? Ну, я не вижу смысла в этом. Элрой не все замки, во-первых, откроет. Мне спек нужен прежде всего для этого. Но сейчас мне нужно забрать сектор, где мне уже не надо никакие замки открывать. Хотя бы двух ремонтников держать. Спека можно полечить и оставить ремонтировать. Так, все, давайте у него заберем. Это в руку дадим. Ну, заберем у него... Вот. Куртку с большим количеством карманов. Так, и тебе надо тоже дать с 5 кармашками. Слушайте, ну Бет хорошо полечила, да? Двадцатку она отлечивает, точно. К завтрашнему дню Айса поставит плюс-минус на ноги. Ну хотя, ну у него много здоровья. Спека точно поставит на ноги. Так, здесь нам нужны патроны. И мы готовы, в принципе, добить сектор. Да, да. Сейчас всех растерзает. Когда я был мальчик, мы сюда ходить купаться. Вода очень глубоко, прохладно и хорошо, когда день жарко. Есть сказка про скрытый клад. Тут много людей искать, говорить в три угла искать. Я не верить это. Угу. А зря, судя по всему. Судя по всему, можно и верить. Очень аккуратно двигаемся. Okay. Да, кстати. Да, все осталось, да? Что выпало, все осталось. Есть обойма от береты. Это хорошо. Глушитель тоже неплохо. Хорошо, хорошо.
Враг атакует сектор 19. А там у нас сборщики. Охранники. Не хочется, конечно, вылазить. Охранники красавцы. Могут ли эти ребятки в дом залезть? Хорошо, хорошо. Вчера не было, а сегодня есть? Думаю, что да. Охранники на месте, очень хорошо. Все, предположим, что он где-то здесь и тусит, где и был. Да. Хорошо, хорошо. Okay. What? Okay. Okay. Насчет клада подумаем. В три угла смотреть. Не знаю, где здесь три угла. Что имеется в виду, если тут вообще вода в углах карты, в углах сектора. Похоже, один пацан остался реально, и мы его не добили, да? Дайте нам еще там пару ходов, мы бы его добили. Все было по-другому. Ну, короче, просто не надо вторгаться в сектор, когда уже день клонится к закату. Вот и все. Мораль сей басни такова. Охранники ноль. Это южный сектор, самый нижний. Где вода? Значит, могут через воду. Нельзя пустые сектора оставлять. Угу. Угу. Очень плохо. Очень плохо. Ну, учимся, чё, учимся. Хорошо.
Элио, давай. Как говорится, привлекай внимание. Признаться, не очень я понимаю, как к нему лучше тут подобраться. Хотя, может быть, надо Элио было как раз оставить, да, чтобы он хорошо, это... Хорошо. Привлекал внимание. What? Okay. Фидель. Элио, спасай, ребяток. Угу. Угу. Хорошо, хорошо. А у нас аптечек нет ни у кого? Реально, один пацан был, один мы его не добили. Блин, Элио, конечно, спас, но... Подождите, аптечку я что, никому не дал аптечку? Ни Ивану, никому. Он же сейчас будет кровью истекать. Да. Так, мы в доме сейчас найдем. Правильно? Правильно. И перевяжем его. Так, это что такое? Давайте ознакомимся. Потом нам надо идти выбивать вот тех пацанов с югом. Слуховой аппарат. Услышьте противника до того, как он услышит вас. Это слуховое устройство с сверхчувствительным микрофоном и настраиваемой гарнитурой, способно обнаружить тихий шепот с дистанции в 50 метров. Нифига себе. Да, нам надо в доме найти аптечку. Иначе мы Элио потеряем. Просто чтоб слот не занимал, да? Дополнительный. Okay. Yeah. Угу, хорошо, видите? Хорошо. Захорошело парню. 33 здоровья, у нас утро. Патроны от Магнума. Коробочка. Немножко денег. 300, да. Хорошо, хорошо. Ух ты. Хорошо, хорошо. Ух ты. Хорошо, хорошо. Аптечку. Хорошо, хорошо. Ребятушки, нам нужна аптечка. Хорошо, хорошо. Может здесь? Хорошо. Банка. Хорошо, хорошо. Тут банка сверхполезная. Может, банки хорошо, коктейль хорошо. Молотова, не помню. Ничего. Ничего. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ничего. Хорошо, хорошо. Ничего. Хорошо, хорошо. Ничего. Это очень плохо. Okay.
ask. Лад, говорит, здесь. Хорошо, хорошо. Да, то, что мы забрали сектор, конечно, это хорошо, но вот капец. Опа, вот и ящички. Хорошо, хорошо. Кевларовая шапка. Хотел дать аптечку. Okay. Да, благие намерения. Okay. Но теперь вопрос стоит так. Дотянет он до конца дня или не дотянет? Я бы поставил на то, что нет. Ну, а мы сделать ничего не можем. Хорошо, хорошо. What? Okay. В этой ситуации. Там 4 паренька вторглось, как вы помните. Okay. Хорошо, хорошо. Okay. И отсюда я все вынес, никаких аптечек. Подчистую очистили сектор. Просто подчистую. Или уживи, мы тебя на пенсию отправим после этого дня. Ты сделал все, что мог для освобождения Родины. А, враги вторглись? Блин, а мы в таком дурацком месте. Да? Хорошо, хорошо. Ладно, побежали, они вторглись с запада, это понятно. Okay. Сборщики работают. В такой момент только работать. Этот сектор дурацкий с мостами, которые взрываются почему-то периодически. Сейчас под Иваном рванет и... Да? Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Хороший денек у нас. Вообще... Эта серия бодрая выдается. Да, ну зато много новой информации мы получили. Опыт, опыт, опыт. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Да, я думаю, здесь снизу идти. Да? Хорошо, хорошо. Это может быть западня. Да может, может, Иван, иди, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Я соберись. Вижу противника. Противника уже, ёпрст. Хорошо, хорошо.
Не думал я, что он нас настолько здесь опередит. Ладно, смотрим. Тусят рядом со сборщиками плодово-ягодных. Ну, этот охранник минус, это понятно. Прям сейчас его и начнут минусовать. Угу. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Я думаю, что сейчас мы разгребем здесь вот эту всю локальную историю. И нам нужно будет нацеливаться. Ух ты, молодец какой. Я думал, все, сейчас его на ремешки порежут, и он вообще ничего не сделает. Он даже там еще отстреливается. Так вот, нам нужно будет думать о заводе. О, там какой парень хороший. Меткий. Да? Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Так, охранники пошли. Ну давай, тот, которого подстрелили, давай еще дай в него выстрел. Короче, это герой. Это герой, ну, скорее всего. А, ну ясно, понятно, да. Ладно, он и так много сделал. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. А тут пацан куда делся? Вот так оббежал и уже вот там, что ли? Ну, в дом-то он вряд ли мог убежать. Да елы-палы. Ну, обычно вот так вот охранники воюют, когда, по крайней мере, мы это видим. То есть вот так они бегут, враги их расстреливают, как в тире. Всякое, конечно, бывает, но чаще вот так все происходит. Ну, благо, и да, и нападающие тоже чудо как хороши. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Черт. Хорошо, хорошо. Блин. Хорошо, хорошо. Фидель, ну тебя вся надежда. Окей. Опа! Смельчак. Опа, ничего себе, пацаны бахают, вы посмотрите, с ножом. Ну, такие же, как Элио, безумцы. Тоже же местные. Угу. Не, ну еще, прям скажем, даже сопротивляются. Молодцы, молодцы. Все, я после вот этой ситуации верю в наше ополчение. Вот хочется в них верить. Настоящие войны. Угу, понятно. Понятно. Кнопочку нашли, по которой мостики взрываются. А там, видимо, наши еще ребятушки у мостиков стояли. Да. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Ладно, давайте. Бодро и весело. Прибудем к месту развития основных событий. Всем привет, забежал, ничего не понял, поставил лайк, убежал. Привет, Вадим. Хорошего дня тебе. Все, да, это последний. Угу. Да? Хорошо, хорошо.
Эта местность... Да, конечно. Лут? Хорошо, хорошо. Не, стой, стой, Иван. Хорошо, ясно, хорошо. Смит энд Вессоны вот эти вот непонятные, да? Хорошо, хорошо. Вот. Элио, а ты сдюжишь вообще переплыть ты здесь как? Вброд перейти. Давай, чувак, давай, я верю, что мы найдем там аптечку. Верю в том, что все для тебя еще закончится хорошо. Да, но меня удивили реально, когда забрали вот этот сектор. Я думал, сюда напасть не могут, вот отсюда. А как они доплыли вообще четверо? Какая жесть. Так, ладно, друзья мои. Надо успокоить немножко нервную систему. Давайте первую часть нашего стрима сегодняшнего закончим. Стрим через 2-3 минуты продолжится. Со всеми, кто смотрит Let's Play, я прощаюсь. До следующей серии. Спасибо огромное за компанию, за внимание. Это был Антиквар. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до встречи. Пока. Костя, хочешь лайфхак для Генриеты в компании? Нет? Спасибо за предложение. Так, ну что, продолжаем? Сумасшедший день, конечно, у нас игровой. Прошлый этот. Ну ничего, мы верим лучше. Мы верим, что все закончится еще хорошо. Поехали. Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в Jagged Alliance. Продолжаем прохождение этой замечательной тактической игры. Ой, видите вы, да, по иконкам наших ребят, что дается все непросто. Что у нас куча пациентов, у нас Элио, подбитый, сбитый летчик, можно сказать так. Но вроде, судя по тому, сколько времени прошло и количество жизней, которые у него пока еще остались, ничего, протянет до конца дня. Вот, решил я в боевках не пользоваться сохранениями. Мне думается, что это будет поинтереснее, да, чем постоянно обузить сейфлоады. Вот, поэтому как-то так. В общем, продолжаем разговор. Что у нас тут? Что у нас тут хорошего? Внезапно выбили вот этот сектор. Вторглись враги вот отсюда. Посмотрите, сколько здесь воды. Невозможно пройти этот путь, чтобы тебя два раза змея не... Ну, ладно, два, но один раз на тебя змея не напала. Это просто дичь. Четверо доплыли. Как? Ну, я не знаю. Ну, видимо, сборная метавиры по плаванию нас атаковала. Ну, у меня нет просто других хорошо, вариантов, хорошо. Как это возможно. Окей. Ладно. Берем наших друзей-товарищей. И идем отбивать сектор. Значит, четверо их там было. Не было ни одного охранника. Я был уверен, что напасть туда нельзя. Но, как выяснилось, можно. Ну, погнали. А, подождите, куда мы погнали-то? Еще не туда. Ёлки. Мы еще не дошли, еще один сектор. Ага, так, ладно. Все в порядке. Хорошо, хорошо. Чё-то я думал, что мы уже сейчас прям будем там, где нужно, но нет, пока нет. Сколько у тебя здоровья? 32, нормально. Выдержит. Привет, Александр. С другой стороны, куда ему деваться? Да, ему сказали аптечки, нет. Помочь мы тебе, пацан, ничем не можем, терпи до вечера. Там поможем. Он такой, да, ну ладно.
В общем, Джек, местный вот этот вот парень, который местный парень. В общем... Мистер Джек, with much things in it. Call it warehouse. That'd be funny name. Весь большой дом, мистер Джек, держать много вещей, там называть его склад, смешное имя, там нет никакого клада. В общем, мистер Джек будет пенсию платить Элио, да, потому что, ну, чувак положил здоровье, можно сказать, в борьбе с иностранными захватчиками. Тут вот надо было записаться перед тем, как мы пойдем в страшный сектор, где врагов будет два раза больше, у нас раненый товарищ на руках, ну, в общем... There'll be small island in south. Mr. Jack never use it. На юге маленький остров, мистер Джек никогда его не использует. Противника. Я вижу противника, он меня не видит. Так, это мы удачно зашли, да? Okay. Хорошо, хорошо. Хорошо. Еще патроны для берета, это отлично. Это отлично. Трое осталось. Так. Окей. Хорошо, хорошо. Надо быть, не знаю, мега осторожными. Но вот это очень удачно, мы в сектор вторглись. Да, помните, когда мы там на севере вторгались, где Айса подстрелили? Вот там было мега неудачно. Тут мега удачно. Может, к нам кто-нибудь придет? Нет? Никто не хочет. Надо, я думаю, смещаться вот к этому зеленому массиву. Элио до конца выполняет свой долг. Патриотический. Хорошо, хорошо. Так, у Ивана с камуфляжем чего? Есть. Камуфляж. Опа. Этот мужик сейчас от меня получит. Фидель преисполнился праведного гнева. Мужик еще сильный, слушайте. Можем свалить отсюда. Или мы наоборот пойдем в бой. Фидель, да? Попадешь? Давай, чувак. Ясно. Ну, благо, чувак уже ни о чем не помышляет, кроме как о том, как свалить из этой ситуации. Да? Хорошо, хорошо. Иван хорош. Хорошо. Так. Иных уж нет, а те далече. Двое осталось. 2-2. Было 2-4. Хорошо, хорошо. Теперь 2-2. Теперь более честная вот ситуация, как вы понимаете. Окей. Лео, может, ты еще кого-то там подсветишь? Хорошо, хорошо.
Хорошо, хорошо. Ке? Си. Да, на Элио сейчас смотреть страшно. И где враги? Может быть, на острове, кстати. Еще один гвоздодер. А в первый раз мы куда смотрели, Иван? Хорошо, хорошо. Я вижу противника. И видишь, он не видит. Хорошо, хорошо. Хорош. Хорошо. Чемпионский чемпион. What? Один остался. Okay. А вот и один. Который остался. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Ничего себе, стреляет. Обалдеть. Да? Хорошо, хорошо. Такая даля, он пытается нас подстрелить. Вот. Окей. Так, Фидель, давай еще побольше разорвем дистанцию. Хорош. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Ну и все, Иван его добьет. Хотя успел он за кустики зайти. Так, Элио, а ты где? Okay. Далеко от всей этой заварухи? Да не сказать, что прям далеко. Надо тоже уводить. Не хотелось бы, чтобы этот чувак Элио просто бахнул. Да? Опасно, да, тоже подставляться так сюда. Хорошо, хорошо. И на выстрел нам не хватит. Или хватит? Это было навскидку. Неудивительно, что Иван промазал. Окей. Окей. И куда я пошел-то? Полупозицию. Да. Хорошо, хорошо. Вот здесь добьем. Иван наш чемпион. Хорош. Так, ну и что тут выпало-то? Выпало что-нибудь вообще? Хорошо, хорошо. Гвоздодер мы нашли. Еще один, да? Хорошо, хорошо. Это патроны бесполезные, Смит энд Вессоновские. Ну, в общем, разве что гвоздодер. Ну и ждем конца дня. Слушайте, ну или прям вообще такое впечатление, что... Просто смотрите, вот представьте себе, есть... Ну, понятно, что это игровая условность, да, но вот у человека снесло две трети здоровья.
А он вообще кровью практически не истекает. То есть он должен уже был кряхнуть пару часов назад. Но нет. Как можно было вот сюда напасть? Ну вот тут, я не знаю, как. Как здесь можно было просто доплыть? Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Ну, талантливые люди. Талантливы во всем. В общем, сжимаем время, смотрим, что Элио и не думает истекать кровью. Это, ну, я не знаю, что это... как это возможно. Ну, ладно. В общем, мы... Я считаю, с честью справились с теми лишениями, которые на нас обрушил второй день. Второй, пятый. Почему второй? Я понимаю, что окончательное решение за вами, но несколько новых людей могут принести нам серьезный успех. Захват источника пресной воды и однозначно шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что выгода от этого не заставит себя долго ждать. Да, рейтинг. Хорошо. Хорошо, хорошо, как любит говорить Иван. Мудрость у Ивана подросла. Здоровье у Айса, смотрим, до каких пределов восстанавливается. Отлично восстанавливается. Полностью. Ух ты ж, красотка какая, бэт. Ну, у змей-то, конечно, не полностью, это понятно. Там минус 37 было. Да. Спек, я думаю, тоже полностью. И механика у Элроя. Слушайте, ну Ивану, видимо, придется еще раз в не самом здоровом состоянии пойти в надело. Вот, ну а что, что тут поделаешь? Ничего не поделаешь. Должен же кто-то сделать работу и сделать ее хорошо. Если Иван не сделает, мне кажется, других кандидатов-то нет. Финансов все меньше и меньше. В данный момент мы можем перерабатывать сок еще 4 деревьев. Да. Моя дочь решила вернуться к работе. Я буду очень признателен, если вы обеспечите доступ к ее лаборатории в секторе 28. Понял. Понял тебя. Еще 4 дерева, да? Ну, у нас как раз вот и есть. Так, теперь деревья. 20 из 20. Вот он завод. Я должен все равно добрать, я думаю, что вот эти... Или не должен я их добирать, эти сектора? А чё мне они прям, чтобы я должен был? И здесь резерв, да, еще? Чё, идем в лабораторию и потом как-то прорываемся к заводу, но это будут... То есть мы можем сюда пойти, и это нужно, видимо, делать. Потому что без этого завода... Будет тяжело, но есть но. Знаете какое? Если брать этот завод, там здоровенное такое здание, ну типа как вот здесь, помните, да, как выглядел завод по переработке. Если там шуметь и враги поднимут тревогу, то они к фигам все взорвут, и он будет сколько-то дней ремонтироваться. Чтобы там не шуметь, нужны глушители. У нас есть один у Фиделя. В общем, не знаю, возможно, надо забрать вот эти сектора. Но с точки зрения экономики это бесполезная история, да? Надо, наверное, идти через лабораторию, как он просит, и вот так, да, к заводу. Видимо, будем делать так. Так, Элио, спасибо тебе за все. Здоровья тебе, счастья, всяческих благ. Оставляю тебе рацию, будешь показывать внукам. Так, ты на задании. Ты пациент, ты на задании. Ну, видимо, так и будет, да? Да, четверо у нас. Четверо бравых парней. О, тужурку починил, молодец. Где еще глушители добыть? Ну, где-то на карте.
Я же не в курсе. Могут вывалиться просто из врагов. Могут не вывалиться. Слушайте, а можно объединить аптечки, нет? А, все, объединили, да? Тут еще сколько-то осталось, вот я что вспомнил. То есть 3% можно реально объединить. Найти не совсем полную аптечку, есть не совсем полную. Не, эти 100%. Наверное, выкинуть надо. Ну, что-то 3%, да? Че крохоборничать? Вот это надо выкинуть тоже. Вот эти нам точно не понадобятся штуки. Просто место занимают. Вот эти надо выкинуть, потому что с ними ребята приходят. Или ладно, эти пусть будут. Смит энд Вессоны непонятные. Так, ладно. Элрой, что ты тут еще наремонтировал? О, берет он ремонтировал, красава. Она с глушителем была, прикольно. Вот еще один глушитель, вот можно вот так добыть. А, это, конечно, занятно. Может, все по дороге добудем. Итак, вот она наша бравая команда. Как пользоваться клеем? Кевлар. Ну нет. Мне казалось, просто берешь, мажешь и все. И все счастливы. Надо, наверное, поискать, посмотреть, как это делать. Так, ладно, проверяем. Аптечка нам нужна с собой. Вот что. А, у Спека есть, да? Спек, у тебя же есть аптечка? Есть, окей. В общем, нормально. Еще одну коробку патронов вот сюда. У нас 9 патронов от Магнума, надо его отремонтировать. У нас как-то приоритеты, да, не на него были. Наверное, Магнум важнее, чем шапки. Вот так как-то мы сделаем. Ну-с, мы готовы. В второй части можно клеем стальную трубу помазать, удлинить ствол оружия. Слушай, мне надо посмотреть, видимо, какой-то что-то гайд. Просто по этой игре еще гайд попробуй найди. Я что-то смотрел, искал. Вот, как это работает, но... Тут просто написано четко, да, что это у нас... Где-то, где он есть? Состав 17, быстро затвердевающий жидкий состав, который, как утверждается, способен некоторым образом улучшить характеристики защитных материалов. Ну, то есть тут недвусмысленно говорят, что это для улучшения вот таких штук. Почему это не работает, я не знаю. Может быть, ну какая разница, там, ну это и на базе должно работать, да? Не может же это работать только в полях где-то. Ладно, в общем, пошли. Все. Солдат есть какое-то количество, сюда пройдем, тут у нас будут запасные, в общем, погнали. За работу, господа, так, успех-то есть там. Инструмент для взлома, ну, вроде были отмычки. Угу. А,
А если состав, то он, по идее, на броник должен сам применяться. Видимо, тут как-то по-другому. Слушай, это вот мне помнится, что просто на броник. Но видишь, не работает. Не знаю. Ну, наверное, что-то не помню. Надо, короче, поискать информацию. На шлем и на броник, да. Поножей тут нету, а на шлем и на броник, да. Так и должно быть. Так, кстати, а зачем я сюда? А не сюда, ну потому что с юга здесь лучше нападать. Да, молодец, все сделал правильно. Все сделал правильно, короче говоря. Так, а как нам тут лучше с точки зрения места входа в сектор? Видимо, по севернее, где деревья есть. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Йоу. Ку. Пардон? I feel slightly vulnerable. Опять чувствительный спек тут. Все чувствует. Все понимает. Все понимает. Как собачка, правда, ничего не... Хотя не, он не как собачка. Он как раз много говорит, мог бы поменьше вот это, что ему тревожно, что он в расстроенных чувствах, да, вот это все. Так. Спасибо большое Андрею за 500 рублей на карту Тинькова. Спасибо огромное за поддержку. Сообщением ознакомлюсь, что называется. Ну, сейчас давайте ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан, по утверждению Остапа Бендера. Я-то сам не слышал, но Остап Сулейман утверждал, что так оно все и было. Маленький домик, куча деревьев дальше. Хорошо, хорошо. Пойми? Вот. Окей. Йоу. Граната одна есть у Айса. Говорится, хорошо, хорошо, да не очень-то. Нас слегонца потрепали. Видим с врагами. Тоже тянем за собой на некотором отдалении. Айс был в полупозиции, надо было как-то здесь перебежать, да, укрытий нет. Поэтому аккуратненько. Хорошо, хорошо. По одному перетаскиваем. В полупозиции может быть максимум один боец. Хорошо, ну так, хорошо. Логика намекает на это. Вот. Что не нужно двоих подставлять под это дело. Я вот не понимаю, почему они здесь периодически делают петли, когда идут. То есть, да, я вижу, что здесь земля разного цвета, но я не знаю, что это низина, не низина, трава, не трава, но...
Но они так ходят, для меня, признаться, загадка. Иванов тоже сюда. Отправим следом за Айсом. Хорошо, хорошо. Я... Ага, видишь, да, молодец. Это неплохо, что ты видишь врага. Мне кажется, Фидель у нас как-то уязвимо расположился. Иван просто, конечно, терминатор. Терминатор, терминатор. Зашептались мужики. Просто чудо, как хорош. Спека, говорю, надо подтаскивать. Подтаскиваем Спека за собой. Ну, пусть идет поверху, тут мы уже знаем, что безопасно. Пусть ковыляет. Потихонечку. Но он по-другому не умеет просто, да? Окей. Сейчас из окна Айсу как прилетит в голову что-нибудь. Будет не весело, прямо скажем. Хорошо, хорошо. Уже весьма как-то опасно это сейчас сделаю. Не похоже, что они в доме. Мы бы что-то слышали, скорее всего. Но проверить нужно. Может, там сидят тихо. Тихо, как мышки. Угу, понял. Понял, принял. А еще мне, знаете, какой момент интересен? Можно ли тут прийти в сектор в какой-нибудь, и он будет пустой? Ну, то есть врага не будет, ты просто его займешь. Я вот не помню, что такое было, но, опять же, я ни в коей мере свой опыт не абсолютизирую, потому что это было черти когда. Спек не может открыть замок? Серьезно? Я в шоке вообще. Хорошо, хорошо. Так бывает? Вот. Окей. Йоу. Я честно в шоке. Спек не может замок открыть. Окей. Это начало игры, да, это не какой-то лохматый сектор. Меня... Лохматый сектор. Как же он хорош. Этот сибиряк в шапке-ушанке из пистолета на полкарты. Берета. Хорошо. И это для дробовика.
Артич, да? Очень хорошо. Хорошо. Иван, респектович тебе. Будем дергать дверь. Не работает, да? Ну, стой, спек, не знаю, что. Рауль врага. Раз ты нас так подвел, то я даже не знаю, что тебе еще предложить. Здесь продолжаем, что? Хорошо. Вот. Окей. Искать тех, кто плохо сидит. Ой, отлично, для берета два магазина. У нас, считай, 60 патронов, по-моему, еще на базе есть один. Замок, который спек не может открыть отмычкой, Иван может открыть ломом. Точно это так работает? Давай попробуем с другой стороны. Ну, вообще логично звучит. Его можно взорвать, по-моему, эту дверь. Насколько я помню. Давай попробуем, да. Хорошо. Или не может, не знаю. Лом это для совершенно точно для ящиков. Иди, нам нужен ключ. Потратили кучу сил и... Ух, ёп-па-па-па-бам! Гад такой, а! Да. В плохом укрытии я был. В плохой позиции. Вот он ключ, похоже, да? Зона свободна, изумительно. Дам. Неприятно. На двадцаточку Айса просадили. S-Franc, ждите замены S-18. Время, день 16. Слушайте, наверное, тут можно из этого, ну, делать какие-то выводы, да, но я, честно, не хочу заморачиваться. День 16, замена. Вероятно, это, знаете, с чем будет связано? С тем, что в каких-то секторах, где сильная охрана, если ты придешь вовремя, да, ну, в какое-то правильное время, то ты сможешь застать их врасплох, да, на какой-то пересменке. То есть других у меня вариантов нет на этот счет. I see here something. Okay. I see here something. Okay. A 357. Magnum в неплохом состоянии. Okay. A first. Аптечка. Okay. Айс. Ну, не сказать, что прям в плохом состоянии, но потрепанный, да? Слегонца. Уязвимо себя чувствуешь, да? Как Фидель, дай ему аптечку. Уязвимый пацан себя чувствует. Пусть получше себя будет чувствовать. Okay. Надеюсь, аптечка поможет. Okay. Кстати, спеку, наверное, надо дать жилет. Да, у него нет, пусть наденет на себя. Или есть. Okay. Думаю, нет. Откуда у спека жилет? Ну, будем объективны. Блин. Дала шлема зато. Ну там хороший шлем.
как говорится, помните, как в том мультике? Такая корова нужна самому. Ну, так же и вот со шлемом. Я надеюсь, также можно и открыть. И чё, и мне теперь тут сидеть, что ли? Спокойствие, только спокойствие, это дело житейское. А почему ключ-то пропал? Вот мы открыли один раз, и ключ, что? Что с ним случилось? Да, ну это дичь какая-то. Так, может, ты, ну, стараешься? Интересно, есть ли здесь элемент рандома на сложных замках? Ну, типа, может открыть, может не открыть. Ну, не похоже, да? Четыре раза мы попробовали. Значит, нам придется сидеть здесь, потому что потом, после, в конце дня, Айс, ну, я так верю, выберется из этой ситуации. Непростой, конечно. Да. Так, ладно, Иван, ну-ка сбегай что-нибудь, посмотри еще. Не то. Ну, может, ящик какие-то есть, еще что-то. Да, ну это какая-то дичь. В смысле, мы щелкнули, да, что-то закрыли и не можем выйти. Хорошо, хорошо. Ящиков не видать никаких. Не знаю, у меня нет идей, как можно отсюда сейчас выбраться. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Просто ни малейших идей. Ну, изнутри, а может где-нибудь, кстати, в мусорке какой-нибудь ключ еще? Аптечка. Юзанная, понял. Ждем конца дня, я не знаю. А что? Ну, а что сделать? Так, откуда к нам могут вторгнуться? Отовсюду, да? Откуда хочешь, Иван с Фиделем должны прикрыть все. Ну, удобнее прикрывать у дома, на самом деле. Вот. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Че, даже спек не будет нить? Как ему нелегко живется? А Айс будет из окна стрелять, я не знаю. Два окна. Можно постреливать. Да, ну конечно, тупик какой-то с этой дверью. Ладно. Сделали еще шажочек по направлению к полной зачистке, освобождению острова Метавира. Помните, мы очень на вас рассчитываем. Да помню я. Помню я, помню. Змей встал в строй. У спека, кстати, за здоровье прибавилась единичка. А вот у Айса просела. Статистику, что ли, поглядеть? Иван 30 килсов, Фидель 7, Айс 15, Змей 3.
Ну, примерно так, да, я и думал, что будет. Окей, заваливаемся дрыхать. Нападаем на лабораторию. Вот и все. Мы работаем на полной нагрузке. Делайте, что хотите, но если мы срочно ничего не придумаем, увеличения переработки сока не будет. Фармацевтическая компания, которой мы поставляем древесный сок, недовольна перебоями поставок и малым количеством сока, который они получают. Похоже, они начали переговоры с, как они выразились, более стабильным источником. Я буду держать вас в курсе. Не могу передать, как хорошо избавиться от этого состояния. Теперь люди смогут полностью сконцентрироваться на работе. Очень важно не позволять Сантино выкинуть подобный трюк еще раз. Ты про что, чел? Не говори со мной на языке, которого я не понимаю. Говори на языке, который я понимаю. Так, ну что, лаборатория, потом пойдем к заводу, да? Деньги у нас не в минус сейчас идут. Значит, все хорошо. Так, есть. Берету починили, отлично. Не знаю, нужны ли нам уши. Но починим. Так. Так, так, так. Тащить ли с собой Бет? Может, ей дать, пусть она учится медицине. Вообще, поставить бы все, всех бы подлечить, было бы, конечно, кайфово. Тоже пока ничего не понятно, но лайк поставил. Ну, тут, видимо, нужно смотреть было сначала, но ну, я имею в виду там с первого стрима, да, где мы прям разбирались все вместе. Вот. Ну или играть. Спасибо за лайк, мистер Андерс. Старые игры, да, тут, в общем, разбираться не так просто. Что, долечить этих красавцев, а этими что делать? Да не, нормально, нормально. Лечить будем, когда все будет в хлам, вдрызг. В общем, пусть учится медицине. Фиделю, что ли, дать эту штуку? Это ключ, кстати, с неплохим шансом от лаборатории, да? Куда мы идем, собственно? Хорошо, аптечку сделали. Ключ на месте. Ты у нас учишься. Ты у нас ремонтируешь. Ну, вроде все правильно. Вроде все как должно быть. Давайте Фиделю патрон дадим. Ну, у нас просто есть магнум, да? В неплохом состоянии. Есть патроны. Я думаю, что пачки 3 ему за глаза вообще, да? Там 10 патронов в коробке, если правильно все помню. Так, а у тебя с патронами тоже все хорошо. Wall.
Давайте возьмем. Стены будем прощупывать. Ну, просто народу много, веса мы много утащим. Ну и что, и лабораторию забираем, правильно? Думаю, что охрану нужно еще добавить так, ребят. Ну, чтобы был какой-то запас, куда его можно перебросить. По-любому сюда есть мост, это понятно. Лаборатория, наверное, где-то. Я почему-то думаю. Хотя, что я думаю, может быть, здание вот справа, там есть какой-то квадратик темный. Где вот лаборатория будет, само здание? Ну, видимо, в большой части или на маленьком острове, черт его знает. В общем, заходим там, где, он, видите, растительность есть на юго-западе сектора. Вот отсюда мы будем нападать. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Давайте чувствительного пацана сразу отправим. А как он, мне интересно, из дома вылез, да? Когда мы не могли дверь открыть. Загадка. Ой. Не та кнопка. Ага. Вот на лаборатории, тут еще здание. Угу. Ну, вот звук выстрела, вот это я понимаю. Уже все никак не привыкнем к мини-карте. Вот она дверь. Да, обратите внимание, да, здание какое, дверь какая. Ну, то есть видно, что вот тут, ребята, в общем, все было укреплено, да, прям сурово тут все оборудовано. Не какая-то лачуга. Идем к двери, я думаю, что большинство врагов здесь будет в доме. А бывает по-разному. Тоже как бы наверняка не скажешь. Хорошо, хорошо. Вообще, вот по моим ощущениям, самое безопасное здесь ходить вдоль стен, да, из-за углов их. Хорошо, хорошо. Выманивать, то есть выманиваются они хорошо. А чаще всего первыми ходим мы, ну то есть прям это какая-то около идеальная ситуация. Спек, просто иди. Просто не думай, иди. И думать иногда вредно. Ты вот как бы начинаешь что-то выкруживать там. Так, враг атакует сектор 49. Слушайте, боюсь сглазить, но пока охранники показывают себя просто блестяще.
Просто чудо, как хороши ребята. Инспект такой идет и говорит: куда вы меня тащите? Представляете, вот этот, ну он же постоянно ноет вот этот. Куда они меня тащат? Ну, вот это все. Я вот не подписывался хорошо, под таким. Хорошо. А Иван ему ответ: хорошо, хорошо. Ну и Айс там тоже. Давай, говорит, чувак, давай. Шевели. Конечностями. Сейчас будем через стены слушать. Тишина. Тишина. Угу, понятно. Вот этим я, кстати, не занимался, когда играл. Противники тусят где-то. Ну, пока можно сказать, что где-то не здесь. Ага. Понял. Спек, ну чё, ключик, который у тебя случаем не отсюда ли? Угу, понял. Случаем нет. Даже уж ты ничего открыть ты не можешь, взломщик от бога. Тут еще, да, дверь есть. Спек наказан. Сидишь здесь, ждешь неприятеля. Уж не знаю, как ты что-то с ним будешь делать. Хорошо, хорошо. Я пошутил, на самом деле. Мы его с собой возьмем, потому что там тоже дверь может быть заперта. Слушайте, может быть, для этого нужно динамит носить, который есть у Фиделя. Ну, с которым он пришел, да? Или это у него только детонаторы, наверное, были. Ну, у нас же есть и динамит. Да, ну я озадачен, реально. Спек не может замки открывать какие-то. Просто в шоке. Вот так вот я вам скажу. Да, как же этот паровозик просит гранаты. Может, надо было разделить, кого-то отправить через верх, кого-то сюда. Ладно, у меня ребята просто настолько сработались. Настолько это уже команда мечты, что они не могут друг без дружки. Нащупаем врага.
Хорошо-хорошо. What? Okay. Yo. It's cool. Слушайте, тут врагов должно быть достаточно много. Мы пока одного нашли случайно. Подстрелили не случайно. Просто как бы не получилось, что мы сейчас идем, и на нас сейчас как вылезет просто толпа какая-то нереальная. И я такой, что? Это вообще легально? А тут еще, смотрите, кусты, то есть мы не можем здесь... Мы не можем здесь встать в кучу у двери. Okay. Да, чувствую. Вот тут может быть западня, Иван. Ты не чувствуешь? Я вот чувствую, что попахивает чем-то таким. Потянуло, знаешь ли, в воздухе. Оптимист. What? Хорошо, хорошо. Любимая фраза. Okay. Иногда так смотрю на него и думаю, переспросить, что ли? Yo. Еще его так порадовало. Cool. Ждать спеку бронежилет на всякий. У него есть. Я ж смотрел. Лучше. Но это такая суровая мысль, да, человек, который вообще не участвует в перестрелках, лучший бронежилет. То есть логика такого поступка от меня, не скрою, ускользает. Зачем это делать? Так, я понял, вот эти вот светлые вот эта вот территория, дорожки типа протоптанные, по ним ходить. Меньше тратишь мувпоинтов. Ключ не подходит. Да неужели, спек? Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Потому что ты спекуля взял и дверочку открыл. Спек, прячься. Видимо, темные, да, вот эти участки. Они, да, это какая-то болотистая местность. Тут 4 хода, вот по таким более светлым 3. А по светлым, по дорожкам 2 мувпоинта шаг стоит.
Красава, Фидель. Ай слышит слабый шаг северо-востока. Слушайте, ну магнум бахает хорошо. То, что мы Фиделю дали прям. Любо-дорого. Ну иди, иди. Иди к нам. Не идет. Со спеком давайте здесь проверить. What? Yo. This is enemy free zone. Серьезно? Зона свободна? Я ждал какого-то сопротивления прям. Ладно. Прям вот тут меня слегонца уровень и позиции подразочаровал. Я думал, что тут ну реально будет все серьезно. Так, ну все, от Кольта патронов сколько хошь. Ну, в плане очень много, да, никаких проблем с этим нет. Такое ощущение, что это не лаборатория, а столовая. Ну, в смысле, это... Кухня, да? Место, где готовят. Котел какой-то стоит с половником. Ага, сюда мы зайти не можем, да? Nothing. А здесь, в принципе, нет двери. А, есть. Значит, пробуем открыть. Есть. Он вполне может принять непосредственное участие при открытии двери. Может. Лучше мы потеряем его на какое-то время, чем Ивана того же. Тряпка. Тряпка точно, чтобы коктейль Молотова делать, затекать. Да эти баночки, скляночки. Спек, ты у нас за... медсестру нынче, поэтому давай собирай все, что плохо лежит. Заело, конечно, заело, Иван. Там у Фиделя заело. Иди разъешь. Кольт, нужен нам кольт, это ж кольт, кольт. Ну давайте возьмем, но мне кажется, что уже не очень актуально. Хорошо, хорошо. Иди дай флягу Ивану. Пусть пьет человек, видишь, какую работу делает. Очень странно, что здесь оружие нельзя разрядить, да?
Привет, Пинкорс. У нас есть антикварная медицина. Что-то определенно есть. Так, а пить... А, пить я попил, да? Я, в общем, по... Или нет? Пока я думал, как пить, короче, силы сами откатились. Хорошо, хорошо. Бери это. Лучше сначала это положить. Как применять тут штуки-то, слушайте? Снятие усталости. Это прекрасно. А, вот глоток. А, все, да? Понял. Хорошо, хорошо. Так, это у нас есть, это даже не будем брать. Бери эту, естественно, берем. Так, спек. Ну-ка. Иди отомкни. А тут мы пацана подстрелили, ничего не выпало из него. Туалетная комната. Тряпочку нашли. Не знаю, буду ли я делать коктейли молотова. Ну, собственно, дают, беру. Бьют, бегу. Ну, все по классике. Все по классике делаем. Видимо, я еще один сектор пойду сейчас забирать. Сейчас мы тут все посмотрим. Сектор, который... перед заводом. Думаю, что сегодня можно на этом будет закончить, да? Заберем тут сектор. Раз будет норм. Ну, по идее, так. Я пока так планирую. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Кстати, вот хорошо, тут хорошо. Что-то может быть в этих бочонках. Угу. Ключ, например. Хорошо, отсюда? Хорошо. Нет. Не отсюда, ладно, выкинь. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ничего. Хорошо, хорошо. Банка масла. Опять-таки, нафига хорошо, была хорошо. Бы нужна, да? Че, ключ? Хорошо, хорошо. Можно предположить, что мы берем вот эту вот баночку, которая есть, да, вот эту вот, которую я сейчас выложу. Берем, наливаем туда масло, бензин, затыкаем тряпки, получаем коктейль Молотова. Можно, кстати, будет поэкспериментировать. Решил сделать из Снейка настоящего гангстера с двумя беретами. Да, решил осуществить мечту его детства. Может, он всю жизнь хотел, а я раз ему и помог. Здесь больше делать нечего, правильно? Могут ли быть где-то здесь ящики? По идее, да. На практике, кто бы знал. Хорошо, хорошо. А по мосту пройти, видимо, охранник стоит, да? Нет, Иван, а что ты через воду-то, а не через мостик? Ты чё, как дикий-то? Окей. Прикольно, кстати, вот этот кусок железа, когда, опять же, если правильно помню. А, да, помните, мы на кольт накрутили, получилось, ну, то есть увеличили длину ствола на этот, на магнум. Занятно получается, если так сделать, прикрутить. Красивишно. Угу. А тут вообще сектор такой, смотрите, а где прятаться-то?
Не надо прятаться, да? Упражняйтесь в пулевой стрельбе по бегущему кабану. Интересно, сколько там сейчас будет врагов, да? Какое сопротивление. Чё это выглядит, когда нет ни деревьев, ничего? Это, конечно... А, тут домики. Да хватит уже открывать глобальную карту. А вот так здесь. Эйуч. Да, что-то такое я припоминаю. Проход просто есть, что ли? Бам, обнаружен враг. Ой, как хорошо. Да? Хорошо, хорошо. Вот так. Ага. Вот. Окей. Да? Хорошо, хорошо. Йоу. Ку. Да? Парни? What's up? Ага. Вот. Окей. Расположили в секторе. Иван слышит. Смотришь на эти деревья и думаешь, что здание можно разместить только на проклятой земле. Ну тут же ядерное оружие испытывалось на этом острове. Так что неудивительно, что здесь деревья мертвые и так далее. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Йоу. Гвоздодеров сколько хочешь. Гвоздей столько нет, сколько у нас гвоздодеров. Камни, гвоздодеры, все в порядке. Что-то мне подсказывает, что вот тут будут сидеть. Не хотелось бы их оттуда выковыривать, конечно, тяжело, но есть у меня такое чувство. Я понял, почему они так ходят периодически. Okay. Когда есть возможность потратить меньше мувпоинтов за счет того, что они идут по более менее энергозатратной земле, да, они вот так и петляют. Он понял, чат. Не прошло и года. Хорошо, хорошо. Pardon me?
I see an item of interest. What's up? What? Pardon me? Certainly. What? Okay. Точно сидят там. Да? Хорошо, хорошо. В этих деревьях. Несколько даже. Понял. Значит, не точно там они сидят. Сейчас дверь открывается, достается М16 и спеку. Снесли что-нибудь. Рискнуть ножом его затыкать. Хорошо, хорошо. Есть, вот это мужчина. Хорошо. Чудо как хорош. Хорошо, хорошо. Ну, посмотрим, что они там подкачают, ловкость или нет в результате подобных манипуляций. Так, все, спека можно оставить здесь, ему не надо ходить на улицу. Там его обидеть могут, пожалуй. Так, еще разочек, хоп. Повторение, мать учения. Так, интересно, сколько их осталось. Да? Хорошо, хорошо. Вот. Да? Вот. Окей. Вот так. Ага. Йоу. Cool. А, если вперед порвал, бежит, как самый здоровый, да, якобы? Хорошо, хорошо. Хочется ему крикнуть, сказать, чувак, куда ты бежишь, у тебя и так одна почка. Или что там тебя отстрелили в прошлый раз? Че-то видите, как антиквар обучается, что он уже от пуль сплитится. Ой, от пуль, от гранат сплитится, от пуль сплитится, да. Ой. Да. Хорошо. Сплит от пуль, от антиквара. Okay. Антикварный сплит. Он звучит неплохо. Глупость, конечно, полная, но звучит неплохо. Да? Хорошо, хорошо. Надо смещаться к югу.
насколько я понимаю, вот здесь прохода нет, это сплошная, да, стена вот этого кустарника, погибших деревьев. Думаю, так. Дуд. Дуд, говорит, и все тут. А еще раз си дуд можешь сделать? Да. Хорошо, хорошо. А, их несколько тут. Угу. Их тут трое, как минимум. Да? Хорошо, хорошо. Черт. Хорошо, хорошо. Черт. Хорошо, хорошо. И это мне не нравится. Очень много. Твою же дивизию. Как же этот броник тащит? Гранату бы туда, да, зафинделить. Было бы неплохо. Ничего себе, как кайсер разобрался. Хорош. Вот это я понимаю, позитивная нота. Да, это было очень неплохо. И это вот было прям... Это было прям очень хорошо. А вот и граната тебе запасная. Айс, ты у нас гранатометатель. Гранатометчик, короче. Во, гранатометчик. Слово же есть специальное, ну. Так, надо ящики вскрыть. Смотреть что-то. Штука небезопасна. Нет, стоять. Стоять. У нас есть специалист. Ты же у нас специалист, Фидель. Да, разрядил взрывчатку. А можно
обезвреживать взрывчатку так, чтобы, ну, можно было воспользоваться гранатой после тебя. Фиделишка. Г. Стоккард. Защитите лекарства в условленном районе. Кажется, начинается простуда. Ясно. Минутка бесполезной информации. А вот и глушитель. Логично, что глушитель можно взять там, где он понадобится, да? Я имею в виду перед взятием завода. Я думаю, что тут сейчас, кстати, глушители будут лежать в хорошем количестве. Так, кстати, так-то у нас есть еще охранники. Можно и сюда их перебросить. Слушайте, ну мы сегодня продуктивно провели время. Так скажу. Хорошо. Угу. Реально, перед взятием завода нам тут дают. А, на магнум нельзя, смотрите, глушитель ставит. Антиквар, ты же у нас специалист, Фидель. Фидель, а что? Опытный сапер, полуглухой сапер. Ну да. Окей. Предположительно, в указанном ранее секторе планируют распространить вирус. Может быть. Я просто не уверен. Единственное, что, знаешь, так-то хорошее предположение, отличное. Единственное, что меня смущает, то, что... Не хочет открываться. Да, то, что... Ну, игрушка старенькая. Тут прям каких-то... Прям совсем суровых вещей быть-то не должно, по идее. Ну, то есть сложностей каких-то, да? А там кто его знает, конечно. Хорошо. Еще глушитель, да. Но это к вопросу, где взять. Где взять глушитель? Вот. Вот тут. И вот тут. Так, Айс, иди там. Тебе патронов еще подвезли, поднесли. Да, как бы намекают, что перед взятием завода... Ух ты, как хорошо, слушайте. Ну, береты, у нас есть несколько берет. Береты, кольты, глушаки. Так и пойдем. Будет стелс-операция, короче говоря. Так, на нас могут напасть вообще-то, да? Давайте мы сделаем все правильно и займем позицию, чтобы... Да? Хорошо. Если что, обороняться, оборонять сектор. Спек, ты сиди. Ты сиди, просто сиди. Ну, поехали. Сжимать время. Так, стоять, спек. Ну-ка, иди-ка сюда. А вот тут может что-то быть? Слушай, я на коробочку бросил взгляд. Молодец, спек. Проверил. Отлично. Очень продуктивный день. Готовы на следующем стриме штурмовать уже серьезный сектор, да, с заводом. Делать это надо будет тихо. Если сделаем тихо, то с деньгами проблем не будет. Да, если сразу завод заработает. А сможем нанять себе кого-нибудь посерьезнее даже вскоре. Ну, в общем, посмотрим.
Надеюсь, что Лукас просидит всю ночь, подсчитывая потери. Да, уволим Снейка. Потому что, ну, он такой слабенький у нас, да, он... В общем, скажем так, лучший из худших. Мы вот такого его брали. Остальные пока... могут чувствовать себя полностью спокойно. Бренда, из-за пожара Лукаса мои работы значительно откатились назад. Доступ к лаборатории позволит вернуться к исследованиям уже завтра. Рад за тебя. Так, Иван повышает себе оклад на 750 американских рублей вместе с единичкой точности. Айс повышает себе оклад. Так, это вообще не повышает ничего по навыкам, просто повышает оклад. Ну ладно, ребята кайфовые, ребята классные. Ребята заслужили. Прибыль минус 1450. Да, но мы в минусе. Проблема в том, что мы в минусе. Нам нужно реально тихо забирать завод, хотя бы чтобы выйти в ноль. Сурово. Вот есть такой момент. А как тут играть на харде, я не знаю. Там как бы денег-то дают. 5000, по-моему. Тут 15 было, а там 5, по-моему, так. Да, ну хард прям для специалистов. Ладно, друзья мои, неплохо посидели, плодотворно, так сказать, вкатились в игру. Осваиваем метавиру по полной программе, качаем ребят, подсчитываем убытки. Ну, короче, все позитивно. Продолжим на следующем стриме. Это был Антиквар. Спасибо всем огромное за внимание, за компанию. Пишите комментарии под роликом, ставьте лайки. Всем удачи и до встречи. Пока.